Всем доброй ночи. Итак, хочу вам подарить очень действенный, сильный и хороший ритуал на деньги. Называется «Благословенный круг». Я сейчас вам объясню, как вызывать постоянно, если у вас, скажем, магазин, то клиентскую базу, если вы учительница, то и занимаетесь репетиторством, то учеников. Если у вас кружки или школа, то новые вливания и так далее. Что для этого нужно? Есть много разных вариантов, связанных с кругом, с деньгами, с вызовом богатства и так далее, и так далее. Испокон веков известно, что круг – это определенная концентрация энергии, это определенное место, где можно собрать эту силу, энергию, призывать и получить желаемое. Вот мы сегодня тоже создаем круг. Вам нужны будут или бусы, или четки, но они должны быть крупные и большие, чтобы поместилось все, что вы хотите туда положить. Но они должны быть целостные, вот эти бусы. То есть это должно быть взаимосвязано, это не должно быть оторвано. Можете взять цепочку, золотую или серебряную, если у вас нету бус дома из натурального камня. Берете купюры, любые. Можете наши деньги взять, можете взять доллары, но я работаю с долларами, у меня энергия с долларами очень хорошо налажена, поэтому я беру иностранную купюру. В моем случае она просто совпадает с моей энергией. Ваша банковская карта, если имеется карта. Либо, может быть, сберкнижка, куда должны поступить. Что угодно, да? Но чтобы был определенный источник, куда можно, где можно получить деньги, куда вам их отправят. Вам нужно написать номер телефона, по которому вам звонят или пишут, если у вас есть люди, которые просят вашей помощи, если это, скажем, ну, смотря какая работа, да, либо если у вас вы что-то продаете, вот клиентская база, в то же самое время, по какому телефону вас находят. Если у вас магазин, пишите адрес подробный. Город такой-то, улица такая-то и так далее. Подробный адрес вашего магазина. Название магазина. То есть те источники указываете, откуда вам приходят деньги. Теперь делаем следующее. В этот круг положите вашу фотографию. Куда вам будут поступать? Если на на карту Сбербанка или другой карту, там неважно, какая у вас карта, да, положите карту. В любом случае она усилит это все. Даже если вы больше поступали, то вам деньги из рук в руки, без разницы. В любом случае это усилит эффект. Сверху положите деньги. Вот так. Откуда у вас деньги идут? Номер. Или адрес. Сверху золотую вещь. Желательно золотую, не серебряную. Вот это все положили сюда. Я делаю перед фортуной. Вы знаете, что это усиливает эффект. Поэтому, если есть у вас статуя фортуны, можете воспользоваться. Если нет, значит, делайте просто так. Итак. Читайте это 6 раз. Можно провести любое время дня и ночи. Но чем дальше вы будете проводить это, тем больше вероятность того, что у вас постоянно будут вливания денежные, постоянно будут новые люди, которые будут вас покупать, если вы торгуете чем-то, да? Или новые контракты, если вы подписываете. Одним словом, каждому человеку свое, но придет. Итак.
Так. Сейчас. Начали. В священном денежном кругу я силу денег соберу. Всей силой я заговорю, заколдую. Заколдую, заколдую. А сила магии мне в помощь. Деньги идут за мною следом. Они меня находят всюду. Лезут в карман и в кошелек. Липнут ко мне, не отстают. Бегут за мной, не устают. Идут, идут деньги ко мне. Преследуют меня повсюду. Не скрыться мне, не убежать. Владеть деньгами, богатеть. Все богатеть и богатеть. Обрекли меня на богатую жизнь. Деньги приходят, чтобы мне служить. Деньги приходят, липнут ко мне, обогащая, служат лишь мне. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. Еще раз. Я читаю медленно для того, чтобы вы запомнили и поняли, как это произносить, и запомнили слова. Хотя текст будет набран, конечно, под роликом. В священном денежном кругу я силу денег соберу, всей силой я заговорю, заколдую, 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 а сила магии мне в помощь. Деньги идут за мной следом, они меня находят всюду, лезут в карман и в кошелек, липнут ко мне, не отстают, бегут за мной, не устают, идут, идут деньги ко мне, преследуют меня повсюду, не скрыться мне, не убежать. Владеть деньгами и богатеть, все богатеть и богатеть. Обрекли меня на богатую жизнь. Деньги приходят, чтобы мне служить. Деньги приходят, липнут ко мне, обогащая, служат лишь мне. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. И учтите, чем больше у вас будет денег, тем больше у вас будет затрат, тем больше вам нужно будет отдавать откуп, то есть много приходит и много уходит. Это закон денег. Если вы купили машину, то обязательно вы будете ставить на регистрацию, то обязательно вы будете тратить на ремонт, вы обязательно будете тратить на бензин и прочее, и прочее. Так что иногда наше сознание само не дает нам разбогатеть, потому что мы не любим риск, мы не любим утруждать себя. Но если вы будете подсознательно готовы на риск и труд, то они к вам придут. Удачи и всех благ!